ЕС и несколько его стран-членов создали следственное агентство для борьбы с дезинформацией в преддверии голосования в Европейский парламент. Так, команда Европейского союза по борьбе с дезинформацией в мае развенчала русскоязычный видеоролик на YouTube. Об этом пишет агентство Reuters. В нем говорилось, что граждане якобы бегут от диктатуры в Польше и ищут убежища в Беларуси, близком союзнике Москвы. По словам европейцев, в ролике повторялись про кремлевские утверждения о том, что Варшава якобы придерживается агрессивной милитаристской политики, а также недостатки демократии в Польше и во всем ЕС. Связанные с Россией веб-сайты берут прокремлевский контент из контролируемых государством изданий или прокремлевских аккаунтов в социальных сетях, перерабатывают его в том числе с переводом и распространяют по новым каналам, ориентируясь на аудиторию ЕС. Из публикации Reuters со ссылкой на представителей ЕС. Большинство стран ЕС ведут собственную борьбу с дезинформацией, однако ресурсы у них разные. И это, по словам экспертов, делает основные европейские партии уязвимыми перед российской пропагандой. Так, согласно второму ежегодному отчету ЕС о дезинформации, в 2024 году в числе главных мишеней оказались Германия, Польша и Франция. Как подчеркнул министр по делам Европы правительства Франции Жан-Ноэль Барро, его страна подвергается беспрецедентным атакам со стороны российской пропаганды. Например, Париж разоблачил создание фальшивого сайта французского правительства. В нем утверждалось, что 200 тысяч французских граждан якобы призываются на войну в Украину. После чего Франция поручила своему отделу по борьбе с иностранной дезинформацией Vigenum отслеживать связанные с Россией аккаунты в социальных сетях и выявлять операции влияния. Не проходит и недели, чтобы Франция не стала объектом скоординированных и преднамеренных маневров, направленных на срыв общественных дебатов и вмешательства в кампанию по подготовке к европейским выборам. Жан-Ноэль Барро, министр по делам Европы правительства Франции, в интервью французским СМИ. Россия финансирует свою пропаганду в Европе через правозащитный государственный фонд. Об этом сообщил датский общественный вещатель ДР, который получил в свое распоряжение более 40 документов от источников европейской разведки. В частности, группа потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и правовых кампаний. Как пишет The Guardian, по данным европейских спецслужб, российский госфонд действует в 48 странах мира. Для борьбы с российской пропагандой в мае Евросоюз приостановил деятельность 4 российских СМИ, в том числе зарегистрированный в Чехии сайт «Голос Европы». Его связывают с пропагандистами Кремля. Сейчас цель московской пропаганды, кремлевского режима размыть ту целенаправленную политику Брюсселя, и которая касается непосредственно внутренней жизни в ЕС, так и касается непосредственно поддержки Украины. Проевропейское большинство, а это означает и проукраинское большинство, сохранится в Европейском парламенте. Евроскептики, как и ранее, будут занимать позиции, оппонирующие основной линии. Тем не менее, конечно же, определенные изменения в балансе будут происходить. В Европейском парламенте сформирована коалиция из более 400 депутатов во главе с Европейской народной партией, которая выступает за дальнейшую поддержку Украины. По мнению экспертов, задание Москвы создать более серьезный противовес со стороны оппозиционных сил на выборах в Европарламент, которые проходят в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.